Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами DriveFoyer, и добро пожаловать снова в Майнкрафт, путешествие по галактикам. Сегодня немножечко из летсплея с циклоном я немножко забыл поменять себе скин. Да, этот ролик записывается еще когда не вышла вторая, третья с ним серия, и еще не скоро вышли остальные. Я постараюсь их побыстрее выложить все, чтобы вот это вышло не в июле. Ну, по крайней мере, не в середине июля. Итак, на чем я остановился? Я на том, что рыл... Во. Так намного лучше. Куда-то звуки опять пропали, я не знаю почему. Это бывает такое, когда они начинают исчезать, и приходится просто перезаходить в игру. Ну, к счастью, это решается перезаходом в игру, и очень быстро. Поэтому ничего критичного тут нет. Так, что-то вода здесь вытекает. Ты давай это, не вытекай мне тут. Слишком мешает это проходу. Так, мне бы... кстати, сортировка, она вообще, смотри, оп. И все. Короче, там дофига всего. В основном одна кнопка функционирует здесь. И, как видите, оно все сортирует мне таким вот образом. В принципе, мне самое главное, чтобы просто не было вот... Ну, типа... Вот так. Ой, а вот так, чтобы было. Вот и все. Слушай, да угля вообще, вот так много здесь. Я что-то нашел еще одно месторождение угля. Алмазную кирку еще чинить надо. А алмазов-то где взять? Так, мобы вот здесь. Вон, я их вижу. Я слышу этих засранцев, но я не понимаю, где они. Ну, в смысле, я их вижу и слышу, но... Каньон. Два каньона. Что-то как-то круто. Так, я вижу золото. Так, у меня алмазный меч зачарован. На бич-член. Кстати, бич-член станоки такая говняная штука. Она нужна, чтобы убивать эти. Она повышенный урон по этим морским врагам. Но кому они нужны, не понимаю. Морских врагов я много, что ли, в море плаваю? Нет. Свинец он очень редкий, его почти не бывает. Он попадается в одном экземпляре всего. Что очень странно. А алюминий мне жизненно необходим, потому что проводочки-то надо делать. Заделаем дырку. О, еще. Я думаю, может, эта серия будет реально подлиннее, и в ней мы с вами уже наконец отправимся в космос. Потому что уже сколько? 13-я серия или какая-то? Я не помню, я сбился со счета, какая-то серия. И уже мы до сих пор не улетели никуда. О, боже мой. Так, в принципе, можно здесь сохранение сделать, точку. Чтобы тут сюда еще прийти потом. Потому что, блин, каньон это такая штука. Добавить. Каньон 2. Каньон 2. Мне алмазы не только для красоты, для инструментов нужны. Они нужны в технике. Как вы помните, нужен один алмаз, чтобы сделать какую-то там сжатую эту самую металлическую штуку. Где все мои кирки, которые я так крафтил? У меня было их, помните, дофига? Я и сделал 5 штук. Неужели я все уже потратил? Может, это алмазики недалеко? Нет, только уголь. Алмазиков тут нет. А, свинец. Смотри-ка, в двух экземплярах попался. Тут неплохо. О, 4! О! Они очищены кремний. Земля. Реально? Ты золото, слушай, смотри. Ты прям кладезь ресурсов. Я уверен, что из земли прокопать можно еще что-то найти. Железо. Надо будет золотых инструментов сделать все-таки. Лопат там, не знаю. Да, ломается быстро, но зато копает с такой скоростью, что железное. Ну, считай, просто нажал и все. Вот копал-копал, нашел еще золото. Ладно, я думаю, здесь можно будет пока остановиться и вернуться домой.
дом, земля. Ой-ой-ой-ой, я еще тут не был в этом мире пока. Вот. В эти печки мы ставим руду. В эти еще руду. Можно. Да весь уголь. Нет, весь не надо. Ого, смотри, по столбцам. По рядам. Я думаю, вот так можно сделать. Хотя, не, вот так пусть будет. Будет как есть, а здесь... Ну, здесь тоже нормально. Так. Ой, у меня щит был все это время. Нифига себе, я забыл совсем про него. Дио будет спать. Дио спит. Дио. Смотрите, это ж Дио. Дио наблюдает. Хо-хо. Он наблюдает за всем. Последний алмаз потратил, чтобы починить алмазную кирочку. Но это того стоило. Кстати, это золотое яблоко, по-моему, в новых версиях скрафтить уже нельзя. Найду колодец и... Кстати, можно проверить это с деревьями. Как работает мод. Вот это маленькое, например. Это топором так долго срубается? Топором так долго срубается? А, ну да, все блоки же. Давай. Все. Ой, листва все упало. О-о-о, это супер. Ха, вот это надо было сразу скачивать. Есть у меня один активный человек, который пишет мне все. Так, а почему дуб-то выпал? Я ж ель хотел. Мне же ель нужно. Ладно. Переработаем, естественно, все это в досочки. Уберем их сюда. И можно отправляться на поиски колодца. Хотя, ну да. И, кстати, можно лопату починить. А зачем мне крафтить еще одну, если я могу... Зачем мне крафтить одну новую, если я могу починить старую? На это, наверное, больше уйдет. Наверное. Ай, ладно, до палки не потратил. Ох, здесь, да. Ключей у меня немерено, конечно. Рубиновый ключ, блин, где бы его найти, где бы найти этот самый? Место, в которое оно используется. Это сундук надо крутой найти, а где его найти, я не знаю. Не имею понятия. Так, овечки. Вас, наверное, постричь пора так. Что здесь вообще забыл сундук? Ты должен быть в блок. Оп. Шерсть, мне нужна шерсть. Шерсть, шерсть, шерсть. И молоко пригодится. Не забудем про наш огородик, который уже, я так смотрю, весь, почти весь вырос. Не забудем посадить все, что у нас отсутствует. Картофан, штука, которая вообще не сытная. Как бы выращивать его, я даже не знаю для чего. Его жрет кто-нибудь из вас? Эй, ребят. Вы жрете его кто-нибудь? Никто картошку не жрет. А она даже будучи жареной, ничего не восстанавливает. Сами посмотрите. Вот картофель, да? Печеный. Вот у меня 1,5 единички, потом 1,5 восстановит. Потом 1,5 восстановил, он больше не восстановит. А больше с картошкой тут ничего не сделаешь. Вот он, печеный картофель у меня. Чёртова станция, где ты? Я не могу найти тебя. А, вот он. Так. Сжатая сталь, значит. Сжатая сталь, запоминаем. Улучшенная полупроводниковая пластина. У меня она есть, по-моему. У меня основная. А улучшенная из чего делается? Редстоуновый повторитель нужен. Камень. Ну, камень это... Эта штука у меня присутствующая. Так, нужен один редстоун и еще два. Потому что... Потому что два. Вот был бы у меня тут бамбук, я бы выращивал сейчас его и палочки добывал бы спокойно. Без всяких заморочек. Опа, растоновый этот сам. Так, а у меня алмаза нет. Вот видишь, надо алмаз искать. А лучшее место для нахождения алмазов, по-моему, не шахта, а как раз вот эти вот сокровищницы. Поэтому надо... отправляться в путешествие. Кладбище.
Аккуратненько. Думал, я попадусь, да? Хрен тебе. Вот вы и тварь, а? Думали меня запугать этим. Вы тут лаву посмотрите. Они думали меня лавой запугать. Ну что, проход в пещеру есть? Вот тут находочка. Что, проход в пещеру есть? Вот тут находочка. Ну, мы сейчас все это заблокируем, чтобы не сдохнуть. Погоди, он закрыт? А, висит замочек. Посмотри, какая собака. Хорошо, могилы в себе никакой ценности не несут. А иначе это было бы немножко... Немножко не очень. Ох, кровати нет. Спать надо. А я не смогу. Мне придется шастать и искать могилы. Горе не беда. Найдем следующую могилу и можно возвращаться. О, погоди-ка, не надо никуда возвращаться, я нашел, походу, колодец. Отлично. Так, значит, вот это мы убираем сейчас. Ну-ка, давай вот это бросим. Я мог его даже не крафтить. Кстати, почему бы его не взять? Вот сюда. Окей, вот это вот что. Я ключ получил. Да, очень ценный ресурс, конечно. Так, давай-ка я вот здесь сделаю специально, чтобы обозначу специально, что тут у нас есть колодец. О, чтобы не искать колодец. О, я вижу сундук. Да. Членистоногие, это... Пауки считаются членистоногих, интересно. Эй, вы! Ну давай, пойдем. Что, вы? Давай, пошли, ребята, сейчас обойдем. Хорошо, хоть тут не надо искать. О, нахуй. Так, понятно, у меня ключи у нас есть. Так, пока не нужно. Хорошо, хоть тут не надо искать сундук. О, он открыт. Так, понятно, каменные ключи у нас есть. Так, ну каменный мне топор не нужен. Я понял, короче, паук тоже членистоногий и получил по своим ногам. Одним ударом умирает. Щит спасает от взрывов, это очень хорошо. У меня есть еще два щита, так что не страшно. Ну давайте, взрывайтесь, тварь. Давай, взрывайся, взрывайся, ну. Давай, давай. Я еще и в воде. А, на голод меня пробрала, тварь. Ай! Жители, можно к вам? Я у вас посплю там, переночую, а то меня сейчас сожрут. Уи! Нифига, это чё за сейф? Смотри, чё на неё надо. Алмазный. У меня два замка, изумрудный и алмазный. У меня только одна монетка, поэтому в колодце делать нечего. Блин, и опять мы ничего с вами не сделали, и ракету тоже не построил. Ну что ж такое-то? Ладно. Так, нужно расставить все мои вот эти вот сундучки. Сейчас будем пробовать. Так, погоди, тебя можно железным ключом открыть. А, это каменный, блин. Угу. А, деревянным. О. Супер. Чё в тебе? Еще один ключ. Спектральная стрела. Отмычка. Так, 5 монет, сахар, поводок и тростник. Тростник, может, был прям тут он. Деть. Так. Чё, серьезно? А каменным ключом нельзя? Ладно. Yes. Так, золотой шли. Ну ладно. Так, паучий ключ у нас есть. Еще отмычки. Меч, кирка, книжки. Так, золотая монета. Так, уголь. Ой, что бы сюда положить-то?
Колодец, я к тебе. Мне нужно у тебя тут немножко монеток побросать. О. Че я получу? Ключ, поножи. Ну, понятно, всякую ненужную хрень я получил. Ой, там еще одна, что ли? О, нифига, смотри, еще одна. Удачненько так, какой я яркий стал. И тут никого нет. А, я тут уже был. Ничего интересного особо не произошло, мы только нашли крутой сейф. Ну да, серия будет называться «Нашел там крутой сейф». Воу. Тихо. Тихо. Ты-то я сейчас сиранул. Сейчас, думаю, все мои вещи сгорят. Пипец просто. О, сердце. Закололо. О, боже мой. Чуть ты посмотри, сколько я всего потерял. Прям. Чёртовые огненные смертельно опасные ловушки. Ненавижу это говно. Вот что там огонь был. Это лава вонючая. А не сожгла там сундук, интересно? Хрен знает. Сейчас узнаем. Пипец, это вообще... Мне очень подфартило, что когда я нажал какую-то штуку, она вызвала паузу, и я смог перейти к точкам на карте. Потому что когда ты используешь точки на карте, игра не останавливается. А здесь она остановилась. И мне чисто повезло, и я ничего не потерял. Ох, ты сейчас у меня поплатишься за мою кирочку. За мои ресурсы. Ой, смотри, открытый. Шелковое касание. О-о-о. Это офигенно. Так, вот это возьмем, вот это возьмем, вот это возьмем, конечно же. Морковь пожрать, там, не знаю. Зелень ночного зрения. И ведро, чтобы не крафтить. Глина может пригодиться. Земля и песок. Жопу. Грибы. Все, можно возвращаться теперь в хату. Сделаем досочки. И можно возвращаться к колодцу. Потому что у нас есть монетки. Две штуки. Сейчас мы их бросим. Миска. Осталось только, блин, мухомор найти. И все. И у меня будет кушанье вкусное. Так, ну что ж, вот я еще дверь не закрыл. Ну что ж, вот такое получилась серия. Надеюсь, вам понравилось, как я чуть не сдох. Если вам было интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте подписаться, ссылку, что есть в описании, жмите на колокольчик, и не забудьте о плейлисте с игрой. А также, огромное спасибо моим спонсорам за то, что они спонсируют, а я активно участвую в жизни моего канала. Если вы тоже хотите стать спонсором, то ссылочка на... эту функцию есть в описании или около кнопки подписаться. Называется спонсировать. А на этом все. С вами был DriveFire. Всем удачи, всем пока.